Содружество независимых государств развивается. Все собравшиеся здесь лидеры выступают за дальнейшее углубление Содружества. И мы видим, что нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения. Участники Содружества действуют исключительно на принципах взаимопонимания, равноправия и добрососедства, успешно решают ключевые задачи по улучшению благосостояния и качества жизни наших граждан. Во многом именно благодаря этому нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже расширить наработанные за многие годы проживание в едином государстве, в составе единого государства, экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи.